battaglioni, la morte creati per la vita, a primavera appena partita, i continenti fanno fiamme e fior, per vincere ti vogliono i leoni, i Mussolini armati di valor. Это машина Fiat SPA. Была создана в Италии перед Второй мировой войной в результате совершенно конкретного заказа военного ведомства. Артиллерийский тягач с высокой проходимостью, мощный, тяговитый и достаточно маневренный автомобиль. Эта машина показывает, насколько невероятными по современным меркам могли быть инженерные решения предвоенной поры. Сделано все практически с точностью до наоборот по отношению к тому, как делают современные автомобили. Это удивляет. Это совершенно фантастика. Но, тем не менее, все работает. Этот автомобиль поражает обилием технических решений, странных на сегодняшний взгляд. Тем не менее, все прекрасно продумано, все работает. Но о том, как это работает и какие решения заложены в основу уникальной проходимости этого артиллерийского тягача, читайте в журнале Rolling Wheels.